Ребята, я хочу напомнить, что конкурс по этому дрифтовому Цефира А31 продолжается. Кто хочет, принимайте участие по ссылке. На этой неделе уже завершим его, подведем итоги. Только что тестили Цефира. Семен подключался к EQ Master Classic. Все работает. Пока никаких проблем не выявлено. Надо в дальнейшем тоже провести другие тесты. Но сейчас все окей, едет.